фоне европейской настороженности впечатляет опыт Казахстана. Там спланировали целую операцию по возвращению под кодовым названием «Жусан». Қаңтардағы операцияға қарағанда бұл жолы жеткізілгендер саны 231 адам. Накануне Дня защиты детей в Казахстан из Сирии привезли новую группу наших с вами маленьких сограждан. Касым Жомарт Токаев объявил о завершении специальной гуманитарной операции «Жусан». Светлана Танабаевича мы встретились первый раз 6 сентября 2018 года. Это произошло после того, как я дала 2 интервью телеканалу «Казахстан». Очень часто ко мне люди обращаются, зная, что я занимаюсь вопросами радикализма, терроризма. Поэтому вот так неожиданно и получилась наша встреча. И она начала рассказывать свою историю про своего брата, невестку, которые уехали в свое время в зону афгано-пакистанской границы. Ганибет искал любую информацию, любые сведения, которые бы помогли бы выяснить судьбу брата. Ну и, во-вторых, естественно, она искала любую информацию, которая позволила бы найти, обнаружить и привести детей, племянников. Так уж получилось. Это прям какое-то случайное такое совпадение. Такое редко, наверное, в жизни бывает. Я работал в телерадиокорпорации, и моя текущая работа на тот момент не имела никакого отношения к вопросам борьбы с терроризмом, возвращением детей из зон конфликта. И в тот момент как раз так уж получилось. Руководство Комитета национальной безопасности предложило мне принять участие в тогда еще планируемой операции «Жусан». Ну, как консультанта, как эксперта, который занимается этими вопросами. Я сказал, конечно, для меня это интересно. Мне коротко рассказали о сути операции, что есть информация о наших гражданах, женщинах и детях, которые находятся на севере Сирии, в разных лагерях и тюрьмах, которые подконтрольны различным вооруженным группировкам, и что есть возможность их вернуть. Это была параллельная история. Я тогда еще даже не знал, что все это как-то потом свяжется. А на тот момент я просто среагировал на обращение Ганибет. Мой брат старше меня на 1,5 года. Он был для меня опорой всем. И советчиком, и братом, и другом. Росли мы в обыкновенной рабочей семье. Родители у меня трудоголики. Брат учился. После 9 класса он поступил в колледж. Но на последнем курсе колледжа он начал придерживаться ислама. Первый год как-то это было все ровно. Первый год было все прекрасно. Читал намаз, все радовались. Намазан көрген жамандығым жоқ. Солай оқып отыр ғой деп қуандық қой басында. Сол оқып жүрді өзімен өзі. Таңертең кетесің жұмысқа, кешке келесің. Бүгін бала үйде. Бәрі жақсы болып жүрді. Но спустя год он начал отращивать бороду. Потом он сказал, что по сунне нужно обрезать штаны под щиколотку, что телевизор смотреть тоже нельзя, потому что телевизор – это зло, и что с этого черного ящика идут только негативные информации. Мой брат является мастером спорта по кикбоксингу. Он собирался ехать на чемпионат мира в Грецию, и уже когда все сборы прошли, некоторые люди просто своих людей туда вместо него поставили. И в итоге он не едет в Грецию. Он бросает полностью свой спортивный инвентарь. Ну, если было 2 пути, это его спорт, карьера в спорте, там, будущий тренер Казахстана. И второй путь, это если был путь в религии. Получается, оставался только ислам. И он пошел в ислам прям углубленно, ушел с головы туда. И вот на этом пути ему встречаются люди, которые просто вербуют парней. Он на тот момент думал, что это братья, как он назвал их, ахи. Они начали просто ему пропагандировать только джихад. Это желание было вызвано тем, что у многих людей был кризис идентичности. У каждого человека всегда есть желание приобщиться к какому-то сообществу, быть частью какого-то сообщества.
А он не понимает, какой, в каком мире он живет. Кто здесь? Здесь это мусульманская страна, это европейская страна, это азиатская страна. Какое государство мы строим, какое будущее мы строим, какое общество мы строим. Поэтому многие начали искать ответы сами. Кого они встречали на своем пути первыми, того они принимали как неких своих наставников. И чаще всего молодые люди встречали сочувствующих в мечетях или попадали под влияние старших товарищей, которые исповедовали какое-то там течение и так далее. И поэтому радикальное сообщество быстро набирали новых сподвижников. То есть большинство людей, большинство молодых людей, это были люди, не особо имевших жизненный опыт и легко перенимавших какие-то советы чужих людей. Мы анализировали судьбы 200 человек, которые участвовали в террористических акциях на территории Казахстана в разные годы. И что удивительно, большинство из них начали практиковать религию за полгода, за год до этих событий. То есть за короткий период они очень так легко, быстро впитывали совершенно новые идеологии, в которые они раньше вообще не интересовались. То есть это говорило о том, что была какая-то такая примитивизация сознания, упрощалось восприятие мира. И вот они легко вставали на этот путь и уезжали. Они не чувствовали какой-то связи со страной, с обществом. И вот спустя 6 лет, получается, он поставил перед собой цель уехать. В то время он нам говорил, что он хочет выучить арабский язык полностью, знать его в совершенстве, и потом в Казахстане, потом открывать какие-то курсы, быть наиб имамом. Это 2012 год, 18 января. Мама мне звонит на домашний телефон и говорит: «Завтра в 9 часов вечера твой брат улетает в Египет». Они, говорит, это молча, говорит, все сделали, молча сделали паспорта, визы, молча продали квартиру. И он просит маме, говорил, что вот в 6-м году ты меня не отпустил, потому что сказал, что я один, а сейчас я не один, нас много, нас четверо. И есть же гарантия, что я вернусь, потому что есть жена, есть дети. Но они вначале приехали в Каир. С Каира они доехали на автотранспорте до Александрии. И в Александрии они прожили 4 месяца. Они отправляли диски, разговаривали по телефону, по скайпу. Вроде все было хорошо. Вроде, как у всех, знаете, сын уехал за границу учиться. Ничего такого подозрительного не было. Ровно через 4 месяца, когда связь первая прервалась, тогда уже был сигнал. С апреля по август 2012 года не было вестей 4 месяца. Когда потом он нам позвонил маме и сказал, он сейчас не в Египте, он сейчас не в Александрии, он находится в Пакистане, в городе Пешавар. На тот момент он просто скрыл о том, что он потерял старшего сына. Кто-то говорит, что он умер от брюшного тифа, мой старший племянник Абдулла. Кто-то говорит, что когда они перебегали границу, пограничные, когда войска начали стрелять, они же не смотрят, дети, там женщины, кто бегут. Говорят, что пуля попала в сердце. И ровно через месяц, в сентябре, он снова звонит и спрашивает, просит у нас финиши, говоря о том, что родился Абдрахман. Второй сын у него рождается. Он говорит, что он находился в городе Пешавар, но спустя время мы-то узнали, что он находился именно в Вазиристане. Они просто попали к маджахедам и уже были как куклы. И получается, с 2013 года, с августа месяца, нет у них вообще вестей. До 2018 года, пока нам не сказали, что он подорвался на афгано-пакистанской зоне. Говорят, что жена раньше подорвалась. Пакистанская сторона отрицает, что он проходил границу, а афганистанская сторона подтвердила, что действительно территория Афганистана, что такой гражданин Казахстана, якобы вот под движением вот этих талибанов во время вот этого теракта скончался. Балам ондай жолға түсіп, ондай болуға лайық емес еді. Өмірден қиындық көрген жоқ ол. Ешем, не жем деген жоқ. Мұндай болады деген жоқпын. Қазір де көшеде жүрсем де, бойызын адам көрсем, келі жатыр екен деп артынан, қарып тұрмын әлі де. Если у нас, не дай бог, дома что-то шевелится, само по себе, она считает, что это дух ее сына здесь находится. И она благодарна, что хотя бы его дух здесь находится. Ну, я не знаю. Я не верю, что он умер. Или, может быть, подсознательно, я не хочу в это верить. Может, мне так легче жить, я не знаю. И балы, и набат, и балам. Бір адамның алдына кемейтін.
Сөйтіп жүгенде беті жабылды ма, жабылмады, оны да білмеймін. Ол ұшқандай ананың басына бермесін. Баладан айырылу деген ол өте ұшқын басына беретін жағдай емес. Ұшқандай ана жыламасын. В связи с началом боевых действий в Сирии, там начали активничать разные радикальные группы, преимущественно группировки, связанные с Аль-Каидой, затем с ИГИЛ. И под влиянием пропаганды граждане многих стран выезжали на территорию Сирии и Ирака, в том числе и из Казахстана. И в связи с сирийской войной появился феномен так называемых семейных джихадов, когда радикалы уезжали не сами одни, они еще вывозили членов своих семей, жен, детей. Большинство радикалов, мужчин, они погибали, там же идут боевые действия, но женщины, дети, их семьи оставались. Многие женщины выходили замуж за других, по нескольку раз даже бывало так, что выходили замуж. Рождались новые дети, поэтому количество детей возросло. Весной, летом 2018 года наши спецслужбы начали активно анализировать ситуацию касательно положения женщин и детей и начали изучать риски и пришли к выводу, что их нельзя оставлять и желательно надо найти способ их всех вызволить, эвакуировать на территорию Казахстана. И где-то в сентябре руководство страны, тогда первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, после долгого обсуждения все-таки санкционировал проведение операции. С сентября первая попытка была неудачная, операция «Жусан». Мы полетели, с полдороги все вернулись. Потом нам говорили, каждую неделю операция на следующей неделе, операция сдвигается на неделю. И вот так с сентября операция сдвигалась каждую неделю. Мы были в ожидании. И вдруг в декабре нам сказали, что после Нового года точно, в 10-х числах января. Возвращением женщин и детей занимаются многие страны, но в основном до этого возвращали детей и женщин, которые находились в тюрьмах в Ираке. То есть, по большому счету, это было как обычная процедура экстрадиции. Но здесь ситуация была несколько иной. Территория, откуда забирали наших граждан, это была территория, где шли боевые действия. На этой территории находились несколько вооруженных групп, помимо ИГИЛа, курдов, еще разные группировки. Это не организация группировки, которые контролируются правительством. То есть официально мы не можем ни с кем там договориться. Во-вторых, сирийский конфликт вовлечены много разных других стран и держав. США, Россия, Турция, Иран, страны арабского мира. И для того, чтобы провести подобного рода операцию, необходимо было договориться не с одной страной, а с разными странами, но которые враждуют друг с другом. На тот момент
получилось так, что только у Казахстана были подобного рода доверительные отношения с разными сторонами, участвующими в сирийском конфликте. Это благодаря той внешней политике, которую мы проводили, нашей миротворческой роли. Мы же все-таки предоставляли площадку для переговоров по Сирии. Поэтому, когда дали санкцию на проведение операции, спецслужбы по своим каналам начали договариваться со спецслужбами других стран. Параллельно дипломаты отрабатывали с дипломатами других стран вопрос организационного плана. Предоставление воздушного коридора, согласование бортов, полета и так далее, и так далее. Ну и, соответственно, операцию необходимо было провести в непростых условиях. Необходимо быстро, кратчайшее время осуществить прием наших граждан, поскольку было достигнуто договоренность, что буквально вот эти все группировки дают нам гарантии где-то примерно на 2-2,5 часа, что не будет никаких обстрелов и так далее. За 2 часа надо было прилететь, всех погрузить и забрать. А вопрос там не просто погрузить, надо же идентифицировать. Наши ли это граждане? На месте надо было развернуть палатку, сделать фото-видеосъемку, сделать краткий, грубо говоря, допрос. Плюс еще надо соблюсти режим безопасности, провести досмотр. Поэтому было решено, что помимо мужчин будут задействованы женщины-сотрудницы, поскольку надо было забирать женщин, соблюдая деликатность. То есть много разных было вопросов. Кто сидел? Не, мы, нам кажется, что это она. Может, не факт. Аделя наша? Угу. Вот она. Которая вот эта в черном? Угу. Нет, это не Аделя. Не она, да? Нет, это не Аделя. Племянников, ее родных племянников, забрала с собой одна женщина из Казахстана. И на этом она потеряла следы. Долго искала, отправляла в разные чаты, сообщения. Неожиданно эта женщина, которая опекала их, она находилась на территории подконтрольной ИГИЛ. Она сама была в ИГИЛе, причем такой ярой сторонницы. Она сама вышла на связь с Ганибет, сказала, что дети у нее. И они начали поддерживать общение через WhatsApp. И мы начинаем переписываться с Айданой. Ассаламу алейкум. Как дела? Альхамдулилля. У нас нормально. Мы не болеем. Мы дома сидим. Самая начальная переписка была не самая благоприятная. Потому что она говорила о том, что это святая земля, что это священная война, что иншаллах этот ИГИЛ победит. Она таки писала мне. С Асмой просто нужно было тоже на психологической тонкой ниточке разговаривать. Если бы я говорила бы ей про то, что все, что она делает, это неправильно, там она ошиблась, она там чуть ли не там враг народу, конечно бы она сказала бы, да, пошла ты там. Для меня на тот момент нисколько было важно узнать, жив ли или мертв мой брат, насколько мне важно было вытащить моих племянников с горячих точек. Она все время говорила, что Кизет не победит. Она все время показывала вот этот смайлик. В основном просила деньги. Все время говорила, что нету питания, что отправь там $200, и $100, потом $50 это было. В группе, когда сидишь, все женщины просили деньги, якобы на еду. Но наши КМБ говорили, что они собирают такой сбор для того, чтобы приобрести оружие. На протяжении 4 месяца мы ее уговаривали. Вот когда вот умер ее на тот момент муж, дагестанец, она сама решается идти и сдаваться властям. И в итоге она 3 января 2019 года выходит путь и доходит до курдов аж на 16 января. Они 2 недели почти шли пешком, да. И сол караванмен жүре бердик. Уже аптен кишка с туртерде уже курдынан кушетады, когда на постах стояли. Шол бойы балдарды алдап келдик. Уже жүргісі келмейді балдар. Адель мен Абдурахман айтып отырмыз, Қазақстанға баратырмыз. Адель айтады, Абдурахман, пойдем к себе в родной дом, идем. Когда я вот связь находила, я сразу маме писала. Вот в Кишме последний раз, вот я, ну, последние эти, да, вот в Кишму заехали, я говорю, мама, вот у Мухаммада здесь родинка, я фотки отправляла, да. Вот Исмаил такой, мама плачет, ты почему это все говоришь? Я говорю, не знаю, мама, вдруг я у детей ищи. Мама плачет, нет, ты еще придешь, мы с тобой чай будем пить. Я говорю, мама, я на войне, говорю, я на войне, у нас тут днем и ночью снаряд это как естественно, да? Вот пуля пролетела, там хаун пролетел, это естественно, это дети дальше играются. Вот
Когда в Киш мы жили, дети засыпали, я говорила маме, если мы вырастем, никогда мы вырастем, а если мы вырастем, мы будем большой дом построим, мы потом все будем вместе жить. Поэтому, если мы ночью не умрем, завтра утром пойдем грибы собирать. И вот лежу, плачу. Кто виноват? Я сама виновата. Я виновата. Пока она дошла до курдов, уже первый Жусан пришел. И уже надежда была большая. Но мы думали, что Жусан один за другим пойдет. Но после первого Жусана был перерыв 4 месяца. Ну, то есть 4 месяца, конечно, были испытанием. Еще раз, завтра с собой много вещей не берите, возьмите все необходимое просто, и все. Вам все дадут, одежду, все дадут. За это вообще не беспокойтесь. А здесь все, казахи? А ты хочешь? А? Все, оделись? Можем снимать? Где вон здоров, вон? Мариам? Мариам. Так что да, молодец. Да. Он басяк, а вот. А завтрак, завтрак мне. بعجان قولي لنا خلي وقفوا هون رح نادي للأخوات ونادي اسمه مشان تمام أنا قلت فاطمة ما بود زواج زويتي قلت أنا بود بتخلي بود فوتوغرافيرت الشغل идет очень серьезный конфликт, который начался как будто бы выступление против государства, против правительства. Потом этим воспользовались разные радикальные силы. Они начали набирать своих сторонников. Затем этим воспользовались другие страны, которые хотели реализовать свои интересы. Начали поддерживать разные радикальные группы. Где-то около 40-50 групп воюют в Сирии. От ИГИЛа, Аль-Каиды и многих-многих других. И за каждой из этих группировок стоят какая-то страна. То есть там идет, по сути, опосредованная региональная война между разными странами, которые просто на территории Сирии выясняют отношения между собой. Они снабжают эти группировки оружием, они снабжают эти группировки людьми. Вот почему надо было возвращать, потому что, поскольку идет война, эти группировки нуждаются в новых рекрутах, новых живых людских ресурсах. И эти женщины и дети – это источник вот этих людских ресурсов. Қазыбекұлы. Ерғазы, Ернас.
Как наши люди оказывались в Сирии? Радикалы и до этого пытались участвовать в джихаде в других регионах. Они выезжали и в Афганистан, и на Северный Кавказ. Но в Афганистан было все-таки сложнее. Нашим гражданам приходилось в обход через третьи страны добираться туда. Через Грузию, Украину, в Турцию, из Турции в Иран, из Ирана, потом через горные переходы пешком, неделями они добирались до Пакистана. Поэтому в Пакистан, когда уезжали радикалы, они уезжали одни мужчины, без семей, потому что путь занимал в общей сложности от 15 до 40 дней. И когда вдруг разгорелась война в Сирии, она стала почему таким магнитом? Потому что Сирия стала более близким местом, более доступным местом. Достаточно было просто прямой билет из любого города Казахстана купить до Стамбула, доезжали до границы, там переходили границу, и уже, получается, ты через сутки в Сирии. Вторая причина, в отличие от Афганистана, где им приходилось жить в горах, в горной местности, по 20, по 30 человек в бараках, в Сирии все-таки шла война, и радикальные группировки в результате боевых действий отвоевывали населенные пункты, целые города. Они не просто какие-то имущества, там, технику, деньги забирали, они еще и захватывали жилые здания, помещения. Поэтому многие, кто первым уезжал, они отправляли своим друзьям сообщение: приезжайте сюда, здесь пятизвездочный джихад, здесь можно коттедж взять, тут можно машину себе взять, можно с семьей приехать. Поэтому многие целенаправленно выезжали семьями. Они думали, мы переберемся в Сирию, будем там воевать, но заодно будет дом, коттедж, машина. Я же беседовал со многими из них. Одного такого общего портрета нету. Это разные люди, разными судьбами, разными мотивами. Кто-то ехал из-за своей веры, сочувствуя мусульманам в этом регионе. Они были уверены, что они занимаются благородным делом. Кто-то выезжал, потому что хотел драйва, авантюры, война. Хотел на себе примерить военную одежду, экипировку, пострелять. Ну, были и такие. Кто-то ехал, потому что был уверен, что может нажиться на всем этом. Кто-то уезжал просто потому, что у него были проблемы здесь, с законом. Какой-то одной типичной истории нет. Разные лица, разные люди. Но, конечно, был определенный процент людей, которые сознательно уезжали для того, чтобы участвовать в джихаде. Были эвакуированы дети, которые пострадали в ходе боевых действий, которые получили ранения. Сейчас они будут размещены в реабилитационном центре, специально организованный реабилитационно-адаптационный центр, где они получат первую медицинскую помощь. А где у тебя старший сын сейчас? Погиб. Погиб? А муж? Тоже погиб? Это первый ребенок? Третий ребенок. Третий? А где еще двое? Нет их. А? Нет их. А где они? Шахиды Мистери. Не услышала. Шахиды Мистери, говорю, враг. У нас было пятеро, потом я одна осталась. А куда что-то? Шахиды Мистери. А еще есть здесь детки, у кого мам нету? Много было. Много было, да? А почему у них мам нету? Где их мамы потерялись? Тоже шахидами стали. Я 3 года хотела уехать оттуда. Я не могла. Я говорила, что я уже не хочу здесь жить. То, что я боюсь. Тогда у меня был только один сын. Потом я уже начала понимать, ну, мы уже начали понимать, нас посадили в тюрьму за то, что мы хотим убежать оттуда. Пока мы в тюрьме сидели, за 7 месяцев казнили 300 человек. А что это номерочки написано на руках? Это когда нас сажали в самолет по нумерации. Покажи ладно. Это твой счастливый номер. Хочешь день рождения? Я не знаю, что такое день рождения. Как не знаешь? Ты не знаешь, какого числа родилась? Нет. Совсем не знаешь? Знаю. Какого числа? 27 ноября. 27 ноября? А как бы ты хотела встретить день рождения? Никак. Никак? Давай праздник сделаем.
Қазақша? Атыңды сен. Аттика? Жасын ішіне сен? Білмейсің. Сен қайда келдің, білесің бе? Қайда келдің? Сен Қазақстанға келдің. Вчера мы вернулись с Актау, завершилась второй этап операции «Жусан». В этот раз была возвращена очень большая группа женщин, детей, но, к сожалению, племянники, дети Ганибет не попали на эти рейсы. Вот сейчас буду встречаться с Ганибет, надо будет объяснить, успокоить где-то. Не знаю, когда сказать, что борт летит, и список басында мен балдарым жоқ, у меня вообще глаза начали двоиться. Мне вообще мое возмущение, почему было несправедливость, я где ощутила, когда сказать, что едут боевики. Нет. Мне было не важно, что они ранены. Ранены. Едут не боевики, они и не едут, они не туристы. Их забирают, их экстрадируют и так далее. Там есть же определенного рода риски. И потом был рейс, был пробный рейс. Потому что был рейс, он по-другому был организован. Сіздердің балдарыңыз, Құдай бұйыртса, мамырдың аяғы июньнің басында келеді. Это уже железно. Под определенным наблюдением, потому что все-таки люди находились в зоне боевых действий. Многие из них не отошли от своих убеждений. Государство не может им запретить не верить, не поддерживать ту или иную идею. Да? Поэтому многие женщины, которые вернулись, да, к сожалению, надо сказать честно, что они считают, что они действовали во благое дело. Они не считают, что они совершили преступление. Они не отказываются от своих убеждений. Но самое главное в результате этой операции, некоторые лица перестают враждебно относиться к своей стране, к Казахстану, потому что в любом случае мы проявили сострадание, и мы их вернули. Между прочим, операция была осуществлена не только ради же возвращения. Операция была осуществлена для возвращения с целью последующего влияния на них, дерадикализации, реабилитации. И операция была осуществлена лишь после того, когда мы разработали и апробировали программу по реабилитации. То есть не так вот, мы их вернули, а потом теперь государство думает, как теперь с ними поступить. Нет, сначала спецслужбы с гражданскими министерствами провели несколько обсуждений и подготовили программу, план, после того, как вернем, как мы будем с ними работать, кто за что будет отвечать, какие вопросы мы должны решать. Была проведена такая большая исследовательская работа, методологическая работа. И только после этого была сделана эта операция. Абдрахман, а ты кем? Абдрахман. Абдрахман. Аделя, ты? Да. А? Да. Аделя, да? Абдрахман, Аделя, у Сару возьмите. Где? На Сару, потом. Весма, да? Мне тоже самому часто пишут, я встречаюсь с людьми, выступаю перед разными аудиториями на разные темы, и всегда второй, третий вопрос про операцию «Жусан», а стоило ли их возвращать? Я считаю, да, риски были, и риски они есть.
то, что мы вернули наших граждан, конечно, создает риски, что они могут завтра распространять эту идеологию теперь внутри нашей страны, внутри нашего общества. Такой риск существует, я об этом открыто говорю. Но если бы эти женщины, дети оставались бы там, эти риски и угрозы, они бы возросли бы многократно. Почему? Потому что все-таки речь идет не о двух-трех женщинах, не нескольких десятках, а сотнях детях и женщинах. В результате операции было возвращено около 400 детей. Вы представьте себе, если бы они остались бы там, прошло бы, скажем, 3-4 года, 5 лет, и эти дети, они бы стали уже подростками, а эти подростки стали бы юношами. И мы бы имели бы там, в зоне конфликта, около 1000 юношей, имеющих определенные навыки, и которых могли использовать другие силы уже организованно, создать из них отряд, группу, и направить это оружие уже целенаправленно против нас тоже. И тогда бы мы бы уже имели бы дело совершенно новые угрозы, более организованные, более подготовленные. И спустя год можно сказать, что мы точно сделали правильно, что вернули женщин, детей. И мы сделали не просто правильно, мы еще сделали это вовремя. Потому что теперь, недавно, несколько европейских стран решили их возвращать, ситуация изменилась, теперь им не вернуть. Ну потому что там уже боевые действия, там уже не с кем договариваться опять. Никто там не даст гарантию. И в результате начала боевых действий, операции Турции на севере Сирии, курдам пришлось ослабить охрану тюрем и лагерей. И вот по одной только информации из одного лагеря, например, сбежало 700 человек, например. Где они теперь? Где их искать теперь? Кто их приютил? Поэтому, мне кажется, здесь не должно быть сомнений. Операция была сделана вовремя. Пыталась, но никак. Будильник поставила, а оказывается, это наше сталинское время. Ну, что я скажу? Просто первое здрасте, как произойдет. Как они меня воспримут? Не примут лишь такие, что я там хожу без платка и что-нибудь говорить. Я не знаю, я вообще не знаю, как я даже речь буду готовить. Я даже не знаю, что я буду говорить. Человек, который говорит все время, вот на сегодняшний день, вот последние двое суток, не знаю, что сказать. Абдурахман, Каланисов, Джиш. Аделя, Райда, Аделя. 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 Там мы с ними близко. Сейчас, когда в Киле, а далее мы обдрахнули. Просто синдерги были не курсы, а синдерги. Пошел, ты здесь не дома? А, чего же мы тебя? Ханудумбаком ты? А? Они в этапом ханудумба? Чего же вам? Срок тут. Хаутикиш. Чан. Ты знаешь, кто я? А? Ты знаешь, кто я? А? Миссия выполнена? Миссия выполнена. Столько месяцев. А все в один миг. Хорошо, что все благополучно завершилось.
Главное, что нужно делать всем, это не быть равнодушным. Почему они уезжали? Потому что, я же говорю, они оказывались в одиночестве. Никто не интересовался. Мне часто задают вопрос, вот, куда смотрят спецслужбы, КНБ, МВД, как они недоуглядели. А я всегда отвечаю, как может наши спецслужбы присмотреть за тем или иным, если родители даже не знали, чем занимаются, чем живут их дети. А все из-за того, что мы отдалились от друг от друга. Мы не вмешиваемся в жизнь других. У нас такое, вот он чем-то увлекся, во что-то верит. Мы думаем, ну, самое главное же, там, без дела не ходит же. И вот первое, чем можно это остановить, это заботиться. Я всегда говорил, надо бороться не с ними, а бороться за них. Решать вопросы, заботиться, проявлять любовь и так далее. Это банально. Я, может быть, как эксперт должен какие-то другие вещи говорить, но я чем больше занимаюсь этой проблемой, я понимаю, что все начинается с ближнего круга, с простых вещей. Семьи боевиков. И многие женщины, если не ставить в один ряд с их мужьями-боевиками, но примерно по силу своего убеждения в своей правоте, они такие же радикалы, честно говоря. И не все сразу захотели вернуться-то. Вот вторая, третья группа, которую возвращали, да, в мае, они попали в плен в феврале, лишь после того, как был отбит последний населенный пункт Угила, населенный пункт Багуз. И большинство наших женщин, они были из Багуза, они были до конца. Не случайно одна из женщин, которую в результате первой операции мне вернули, в своем интервью она сказала, ну мы же предатели, ну мы же предали свою страну. Да, они предали свою страну, свой народ, но мы должны дать новый шанс. Ну, посмотрим.